Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина, канал Цветочная симфония. Ну все, началось веселенькое времечко, когда посылки, 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 снимать особо некогда. Ну вот сейчас подумала, что, наверное, можно снять то, что я отправляю, что я кладу в посылку, то, что заказывают, и таким образом вроде бы и видео новое выйдет, да, и покупателю приятно. Вот, и можно посмотреть, какие цветочки можно заказать. Какие у нее есть коллекции и каких у вас еще нет, как они выглядят, например, какого размера я отправляю растения. То есть таким образом из данного видео можно найти ответ на какие-то из своих вопросов. Ну, быстренько покажу, какие сингониумы будут у нас в посылочке. Это Golden Venetian. Могу сразу сказать, что у меня они стоят плотненько, а когда вы у себя получите и пересадите, расставите пошире, освещение будет побольше и окрас еще поинтереснее будет. Крисмас — это мини-сорт. Честно говоря, я люблю крупные сорта. А вот такой малявочка — это у нас Round Leaf Wetland, один из них. Очень красивый сорт, ему не нужен крупный горшок, и сначала он долго сидит, вроде бы думает, а потом выстреливает, и красивый шикарный кустик получается. Очень эффектное растение. Это у нас Lemon Lime, достаточно крупным листом, он будет раза в два больше. Очень люблю этот сорт. Так, Green Spot, такой зелененький красавчик. Это наш подарок, который Рейля едет к вам. Лаврушечка, когда-то обещала, и теперь кладу в подарок. Так, Plum Illusion, всегда крупный шикарный куст, расписные такие листочки. Здесь у нас сорт White Butterfly. Его, когда пересаживаю побольше в горшочек постепенно, у него листы укрупняются и становятся все краше и краше. Такие немножечко округлые, интересные. Так, это кто у нас? White Panda. Листы бывают разные у нее. Вот ей хорошее освещение нужно. Это, конечно, один из достаточно, ну, не дешевых, так сказать, сортов. Т25, не знаю, может быть, ему дали какое-то другое название, пока, не знаю, не встречала. У него очень интересная форма листа и хорошая пестролистность, которая не теряется. Вот такие белые красивые пятна. Очень мне нравится этот сорт. Так что для меня в данном случае цена не имеет значения. Когда нравится сорт, хочется его всегда приобрести. Я думаю, вы со мной здесь согласитесь. Так, и Sailed. Вот такой красавчик. Красивый лист. Ну, это одна из частей. Я постепенно буду добавлять то, что я буду класть в посылку, и потихонечку снимать. Продолжаю собирать посылочку. И следующая часть, это одна и та же посылка будет. Это у нас альсобия, семейство гиснеевых. Хорошо дает усики. Вот как клубнику вы выращиваете, у вас усы, из нее получаются новые кустики. Альсобия, она имеет такое же, возможность такое же размножение. Она очень охотно цветет при хорошем освещении. У меня растет на фитильном поливе, и цветы очень крупные. Раньше относилась к эписциям, сейчас ее отдельно выделили. То есть альсобия — это не эписция, а ее сестричка. А дальше хочу показать эсхинантусы. Несколько здесь их будет. Вот такой красивый мраморный эсхинантус. У него такие желто-оранжевые цветочки. Такой красавчик, плотные такие мягкие, приятные листочки, такие как резиновые на ощупь. Эсхинантус эллиптикус, вот такие листочки у него не крупные, понежнее. А цветет очень обильно розовыми красивыми крупными колокольчиками. Эсхинантус монолиза, это вы его знаете, ему хорошее питание, у него лист укрупняется, хорошо растет, линия достаточно хорошая. Цветы у него крупные, такие бордово-красные. И рядом еще один из новин, один из новых сортов, эсхинантус, вот такой красивый пестролистный. У него такие же, как у Монолизы, цветы бордово-красные. Очень красивая пестролистность, хороший свет нужен. Как только вот растениями немножко прикрылось, да, то есть затенили, разрослись, все, немножко пестролистность теряется. Опять выставляете, где поярче, посвободнее. И вот такая, видите, пестролистность на верхушечке, на второй, хорошая. То есть вот таким пестролистым сортам нужен хороший свет. Так, фикусы у нас здесь. Значит, этот у нас, сейчас скажу, названий много. Golden King, вроде бы обычный, но очень красивый, неприхотливый совершенно. Хороший сорт, много лет он у меня живет,
Люблю его. Это фикус Бенедика Али Amstel Green Gold. У меня три разных фикуса вот с такой листвой удлиненной. Вот, наконец-то, я первый почеренковала. Очень люблю этот сорт. Красивый до безумия. Так, это у нас два фикуса, да, я показала. Дальше абутилон ванила. Крупные, нежно желто-белые цветы будут. Любит пересадки после каждого цветения. Хорошо растет, кстати, на фестивальном поливе. Хороший свет, только не прямое солнце. Если подхватывает клеща, его видно с той стороны, черные точки. Просто обрабатывайте, даже фитомером прекрасно помогает. И дальше чикаете верхушку, например, прищипываете, и тогда он хорошо пушится и кустится. Беспроблемный сорт. Растет крупным хорошим кустиком. Да, еще вот фикус. Думаю, где же еще третий фикус? Это диверсифолия вариегатная. Вот такая красота. У нее потом вот такие шарики, инжиринки здесь появляются. Вырастают плодики, соцветия. Вот такие листья. Очень мне нравится. Беспроблемный, хорошо растет. Кустится сам, пушится сам. Очень нравится этот фикус. Необычный, да? Привыкли вот к этим фикусам. А сейчас только сортов интересных. И все хочется иметь. И кроссандры. Оранжевая. Вон уже даже на бутоне. И желтая тропикана. Так, и что у нас еще здесь есть? Это филодендрон Бразил. Двухцветный, ну, можно сказать, что и трехцветный. Да, но это считается двухцветный. Зеленый, темный и светлый. Хотя и три цвета, в принципе, видно, да? А трехцветный – это триколор, это когда еще белый добавляется. Это уже в следующий раз. По готовности уже будет тогда в посылке. Вот такая часть заказа. Ну все, начинаю паковать. И потом покажу вам очередную часть. Вот еще одна часть. Не знаю, как буду паковать. Это все в одну посылку. Здесь у нас Ктинанта. Бурли Макси. И Амагрис. Это сорт, наверное, как мини растет, кустится. Этот покрупнее. Но, тем не менее, тоже вверх не выстреливает. Пушится, красивым кустиком растет. И очень охотно дают, кстати, они деток. Здесь даже не одна уже. Ну, а здесь деточка одна. Она очень быстро дает братиков-сестричек. Быстренько разрастается. Это у нас Ктинанта Луберса. Вот такая красотка. Немножко зажелтел один листик после пересадки. Но с той стороны все нормально. Надеюсь, не скинет его за дорогу. Это у нас Литше. Если я правильно прочитала. Сначала у деток вроде бы просто зеленые листочки. А когда вы пересаживаете и кустик ставите под хороший свет, ну или хотя бы рядом с лампой, то есть с возрастом у нее получается красивая расцветка листа. То есть я обращала внимание, что у маленьких не очень видно, а становится покрупнее, и весь рисунок начинает проявляться. Здесь у нас Синингии, Аманда Пенни, мини-Синингия Лиза, Синингия Диван, все это на бутонах. Даже там вон бутончики видно. И еще один сорт, не буду язык ломать на английском. Вот, красотки, они типа глоксинии, только не спят совершенно. Старые побеги можно срезать. Молодые, нарастив за год клубенек, они дают очень много поросли, много дают побегов, поэтому старый отцветший, например, а если вам не нужен большой вот такой, ну, хвост такой, да, у синенги, там, если вы его не подвязали, он ампелем спускался, вы его потом со временем можете обрезать, а молодые опять начинают набирать быстро бутоны. Вот такие красавцы. У меня они растут на фитильном поливе, прекрасно себя чувствуют. Можно оставлять вот такую, можно пересаживать. А на фитильном у них и клубни очень быстро нарастают. То есть можно размножить и клубеньком. А вот клубни наращивают еще несколько клубней вокруг себя. И можно и листочками, и черенками, и пасынками. Вообще замечательное растение и красивое в цветении. А здесь Плекрантус орегано. Это комнатная мята. Еще называют, да, в простонародье. Очень приятно пахнет, когда трогаешь листочки. И вот такой Golden Rufflet, по-моему, называется. Ага, подписать надо будет. Да, тут даже, вот видите, перещипнуло сразу после пересадки и пошло два роста. То есть его тоже хорошо перещипывать, чтобы у вас был пушистый кустик. Можно вверх расти ему, можно спускаться ампелем, как угодно. Так, и там у нас граптофилум расписной. Вот такой красавчик. Легкий в уходе. Всегда красивый и яркий. Вот такая часть. Не знаю, будет ли еще.
посмотрю, как будет у меня помещаться. Ну, на этом все. Буду заканчивать свое коротенькое видео. С вами была Ирина и канал Цветочная симфония. Всем пока и красивых цветов! Друзья, на этом ничего не закончилось. Коробка оказалась большой и вместительной, а заказ огромным. Поэтому я решила добавить растения из заказа в ту коробочку, в которую еще вылазит. Вот, поэтому я доставила еще растения из списка желаемых. И сейчас расскажу, что сюда входит. И добавляется все к предыдущему заказу. Это у нас бегония пасодобль, декоративно-лиственная. Здесь сальс комет. Вот такие уже правильно листочки полезли. Пошли расти. Очень красивый сорт. Эскаргот. Так, это у нас козы корвин. Улиточкой все это будет заворачиваться. Сальса. А здесь November Frost. И так, Festive Red and Green. Так, это бегонии. Также кейн бегония макулата тамая. Она цветет хорошо розовыми цветами. А оксалис спешенная слива. Не спит он зимой. Вот он все время растет. Но ему нужно прям хорошее, светлое, яркое окно. Только за поливом следить. Тогда будет красивый, насыщенный, хорошо сам пушится и кустится. Но это как бы мини-сорт. Это не крупные будут. Можно начеренговать и посадить несколько черенков вместе. Ну, как бы аккуратненько. Только с ним надо, чтобы не потерять. Не пропустив полив. А бутилон Савицкого. Вот такая красота. Он у меня не цвел. Не знаю, цветет ли вообще. В принципе, я декоративно-лиственное приобретаю для того, чтобы любоваться листвой. Для меня это важнее. Здесь рыо варигатное. Вот такое розовое. Со временем нарастает. И получается пышный куст. Много деток дает. Мурдания. Очень интересно она цветет белыми цветочками. Здесь рыо ситатагол, по-моему, так называется. Такое золотистое. Очень красиво. И в подарок я положила плекрантус монолавендер. Это такие фиолетово-лавандовые цветочки. Очень пышное цветение. Кстати, в Одноклассниках в альбоме есть у меня фотография. И гинеру обычная. Ну, думаю, что должно все у меня вместиться в мою огромную волшебную коробку. Вот покупатель, надеюсь, будет очень доволен таким большим сразу количеством поступившим к нему растений. Ну, на этом точно все. С вами была Ирина и канал Цветочная симфония.